Секрет вкусного шоколада мы решили узнать у тех, кто ежедневно работает с ним. В этой кондитерской есть шоколадные конфеты, статуэтки, пирожные, есть даже шоколадные губы и розы специально к 8 марта. Секрет хорошего вкусного шоколада прежде всего в хорошем качественном сырье. Прежде всего это, конечно, зависит от того места, где произрастает сырье. Это зависит от сорта какао-бобов, от селекции, от многих вещей, от климата. Именно в какао-бобах содержатся биологически активные вещества, полезные для здоровья человека – алкалоиды, теобрамин и кофеин. Почему люди любят шоколад? Это то, что шоколад вызывает выплеск в организме эндорфинов, гормона счастья. То есть, может быть, поэтому мы так любим шоколад. Любят шоколад и медики рекомендуют. Вкус шоколада зависит не только от сорта какао-бобов, но и от того, что входит в состав продукта. Классический рецепт шоколада – это никаких добавок, не натуральных добавок. Это какао-масло, тертое какао, сахар и добавка натуральная – это натуральные стручки ванили. Вот, все. Темный шоколад отличается от молочного и от белого, то, что в молочный шоколад добавляют молоко. Вот. В белом нет тертого какао, в нем есть только молоко и какао-масло. Хорошие какао-бобы, из которых делают шоколад, это довольно-таки дорогой товар, поэтому вкусный шоколад не может стоить дешево. Соответственно, чем выше содержание какао в плитке шоколада, тем выше цена. Если производитель решит сэкономить, в составе вы найдете ароматизаторы и красители, идентичные натуральным, и растительные жиры.